Тебя за милость Твою. Боже Святый, дякуємо Ті за Твою ласку. За эту возможность находиться здесь. За ту можливость, что можем ещё тут знайдувать. Господь, помоги, чтобы наши духовные уши были открыты к Твоему голосу. Пане, поможь, чтобы наши духовные уши были открыты на Твой голос. Чтобы каждый из нас получил свое слово от Тебя. Чтобы каждый из нас мог отшимать от Тебя свое слово. Чтобы мы ничего не потеряли. Чтобы мы ничего не сгубили. Но чтобы это слово было растворено верой. Але чтобы это слово было вером принято. И чтобы оно стало силой в нас. И чтобы оно стало мощью в нас. Я благодарю Тебя за все. Благословен Тебя за все. В имени Иисуса Христа. В имени Пана Иисуса Христуса. Amen. Amen. У кого из вас есть Библия? Чи ктось ма дзісяй Біблію тутай? Ай, не дуже. Не велю. А у кого из вас есть сотовые телефоны? Поднимите их. А и кто ма комурковый телефон? Покажьте. Ото болей. Венцей. Вы знаете, в некоторых церквях, когда просишь поднять Библии, поднимают сотовые телефоны. Видите, в некоторых сборах, когда просишь, чтобы Библию поднесли, то все двигают телефоны. То есть для кого-то Библия уже сотовый телефон стал? Же для кого-то, для некоторых уже Библия стал еще телефон. Вы знаете, какую Библию ты читаешь, по такой жить будешь. Видите, какую Библию читаешь, według не, в такой, według такой Библии будешь жил. Аминь. Амен. Откровение. Книга Откровения, 12 глава. 12 раздел Книги Объявления. 7 по 12 стих. От 7 до 12 версету. И вибухла валка в небе. Михал и аніловие его сточили бой зі смоком, i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Amen. Amen. I jeszcze jedno miejsce pisania, пожалуйста, Ewangelia Łuki, 10 глава. Jeszcze jedno miejsce Słowa Bożego, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 18 i 19 werset. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Amin. Amen. Вы знаете, Новый Завет, два места священных писания говорят нам о том, где сегодня находится дьявол. Wiecie, Nowy Testament, dwa miejsca Słowa Bożego mówią nam o tym, gdzie znajduje się dzisiaj diabeł. Jak wam вопрос, gdzie? Więc gdybym wam zadał pytanie, gdzie? Nie słyszę. Na ziemi. Na ziemi i? I gdzie? Na ziemi i na morzu. Там так написано в Откровении. Там в Объявлении написано, что на земле и на морю. Многие люди думают до сих пор, что он находится на небе. Wielu ludzi myśli, że on znajduje się gdzieś tam w niebiosach. И до сих пор приходит к Богу и что-то про нас говорит. И же до tego momentu przychodzi, аж до tego momentu przychodzi до Бога и coś mówi на наш temat. Вы знаете, мы должны хорошо знать своего врага. Wiecie, powinniśmy doskonale znać swojego wroga. My przeczytali, że sam Jezus mówi, że diabeł, on będzie nam wredzić.
Myśmy przeczytali, że Pan Jezus mówił, że diabeł będzie nam przeszkadzał, będzie naszym nieprzyjacielem. I my должны это хорошо понимать. I powinniśmy to doskonale rozumieć. Я просто хотел с вами порассуждать на один темат. Chciałbym tak porozmawiać, pomyśleć o jednym temacie z wami. Очень часто христиане дела дьявола приписывают Богу, а дела Бога приписывают дьяволу. Bardzo wiele razy chrześcijanie przypisują dzieła diabła Bogu, a dzieła Boże diabłu. И однажды Иисус, когда такое услышал, он сказал такую фразу. И pewnego dnia, kiedy Pan Jezus coś takiego usłyszał, powiedział takie zdanie. Мы сегодня рассуждали о Духе Святом. Dzisiaj mówiliśmy o Duchu Świętym. И Иисус сказал, что всякая хула простится, только не простится хула на Духа Святого. И Pan powiedział, że wszelka wina będzie przebaczona, ale nie ta przeciwko Duchowi Świętemu. Аминь. Амен. А что значит вина против Духа Святого? А что это означает, что кто-то согрешил, или есть винный против Духа Святого? Кто из вас помнит, после чего Иисус сказал эти слова? Чи кто-то из вас себе припомина, в каком моменте и по каким выдажению Пан Иисус выповедял эти слова? Кто помнит? Кто то памята? Еще раз? Że ktoś powiedział, że wypędza przez Belzebuba demona. Amen. То есть когда припис тому, что делал Иисус, сказали, что он это делает силой дьявола. To się wydarzyło wtedy, kiedy powiedzieli o tym, co czynił Jezus, że to czynił przez moc diabelską. Tak? Tak. То есть очень важно нам понимать, что делает Бог, а что делает дьявол. Więc bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy rozumieli, co czyni Bóg, a co czyni diabeł. И за то, что делает Бог, воздавать хвалу Богу. И взглядом того, что Бог чини, чтобы мы могли отдавать Богу хвалу. Аминь. Амен. И не приписывать это дьяволу. И не приписывать этого дьяволу. Но когда делает что-то дьявол, але когда дьявол что-то чини, мы должны иметь духовное развлечение, чтобы мы имели разознание духовное. И не сказали, что это делает Бог. И не поведели о том, что Бог то учинил. Писание говорит, что когда-то на землю придет антихрист. Письмо мови, что кедыс придет на землю антихрист. И если мы сегодня не научимся различать дела Божьи и дела дьявола, как мы различим дела антихриста? Если сегодня не научимся разрушнять дел Божьих от дел дьявольских, как будем в стане разрушнить антихриста? Мы очень нуждаемся в Духе Святом. Bardzo jesteśmy zależni od Ducha Świętego. В близких отношениях с ним. В такой близкой релации с ним. Чтобы он нам подсказывал и помогал. Чтобы он нас проводил и помогал. Никто из нас не знает, что с нами будет завтра. Никто из нас не знает того, не ведет того, что будет завтра. Аминь. Аминь. Но Бог может открыть нам это Духом Святым. Але Бог через Духа Святого может нам то объявить. И многое он нам открывает через свое слово. И wiele z tych rzeczy нам objawia przez Boże, przez swoje słowo. И я хотел бы вот на этих двух местах Писания остановиться, чтобы кое-что вам преподать. Chciałbym jakby bazując на tych двух miejscach Bożego słowa przekazać вам coś. Иисус говорит: "Я видел, как сатана упал с неба на землю". Pan Jezus powiedział, że widziałem, jak szatan spadł z nieba na ziemię. В другом месте Писания он говорит, что сатана просил вас сеять, как пшеницу. В ином месте письма Пан Иисус говорит, что шатан выпросил себе, чтобы вас пшесять, как пшеницу. Заметьте, никогда сатана ничего доброго в отношении нас не говорит. Зауважьте, что шатан в отношении до нас ничего доброго не говорит. Он только хочет делать нам проблемы. Он хочет створять нам проблемы. И когда Иисус сказал, что сатана упал на землю и будут проблемы нам от него, и когда Пан Иисус сказал, что шатан упал на землю и со взгляду на то будем иметь проблемы, то он не оставил нас один на один с сатаной. То он не оставил нас самих тважу в тважу с шатаном. Но он сказал: "Я вам даю власть". Але он сказал: "Даю вам владу". И я хочу немножко вам показать разницу между властью и силой. И хотел бы вам показать такую трошечке разницу между властью и мощью.
Потому что многие христиане не понимают этой разницы. Dlatego, że wielu chrześcijan nie rozumie tej różnicy. Когда они увидят беса или проявление бесовское, они начинают трястись. Kiedy zauważają demona czy jakieś przejawy mocy demonicznej, zaczynają się bać. Кто-нибудь из вас когда-нибудь полицейского видел живого? Czy ktoś z was widział tak w twarzą czy oblicze żywego? Policyjską. Policaja. A tak, czy ktoś widział policjanta żywego? Widzieli? Widzieliście, tak? A czego wy śmiejecie? Dlaczego się śmiejecie? Wy drugich widzieli policyjskich, nie żywych, czy to? Wy widzieliście jakichś innych policjantów, nie jakichś złych. Policyjski имеет власть. Policjant posiada władzę. Amen. Amen. I ta władza mu dana od państwa. I ta władza jest mu przekazana przez państwo. No on także имеет nie tylko władzę, no jeszcze i siłę. Ale on oprócz tej władzy ma również jakąś moc. I u niego jest atrybuty siły. I on ma te atrybuty mocy. Вот представьте, полицейский выходит на дорогу и останавливает машину. Wyobraź sobie, że policjant wychodzi na drogę, aby zatrzymać samochód. Он его останавливает вот так? W jaki sposób on go zatrzymuje? Czy właśnie tak przychodzi i próbuje go zatrzymać? Nie. Nie? Nie. On bierze drugiego policjanta i wdwoją oni tak. Więc w takim razie bierze innego policjanta i we dwóch próbują go zatrzymać, ten samochód, tak? Nie. Nie? A. У него есть палочка волшебная. А полицейант ма у нас аккурат, то есть таки лизак. Чи палка така спеціальна. И в тен способ тільки робі. Так? И самоход что делает? Останавливается. И самоход се затримує. Ну почему? Але дlaczego? Потому что, наверное, что-то с палочкой не то. Она волшебная, цудовная. Видачне, щось з тим палком є, ма якісь цудовні моці. Да? Нет. Чи так? Ні. Потому что если она чудесная, то и я возьму эту палку и остановлю. Скоро есть такая чудовна, то więc я, может, возьму ту палку и так заставлю самоход. Или не? Чи не? Не. А почему она он палкой может остановить самоход? Ze względu na co ten policjant może, używając tej pałki czy tego lizaka, zatrzymać samochód? У него есть власть. По просто posiada władzę. Аминь. Amen. Вы знаете, в духовном мире это очень важно. Духовный мир очень хорошо понимает, что такое власть. Wiecie, w duchowym świecie jest to bardzo ważna rzecz. W duchowym świecie jest to doskonale rozumiane, co znaczy władza. Когда-то семь сынов первосвященника попытались изгнать беса. Семь сынов первосвященника. Że tego pierwszego Святора, наверное, так. Первого святора. Сыновья Сцевы, так, как пробовали выгонять беса. Демона. И они все делали в точности, как Павел делал. Они докладно чинили так, выполняли те же, как апостол Павел. А бес вместо того, чтобы выйти, начал с ними разговаривать. Але тен демон, замест выйти, то начал с ними розмове. И говорит. И мови до них. Иисуса знаю. Я знам Иисуса. Но не просто имя Иисуса, он знал власть, которую имеет Иисус. Але не попросту только Иисуса, але владзе, которую Иисус посядал. С Павлом знаком. Я знам również Павла. А вы кто такие? Але ким вы есте? То есть почему вы пытаетесь меня выгнать? Какая у вас власть? Więc dlaczego w ogóle próbujecie mnie wypędzać? Jaką macie władzę nade mną? Вы что-то понимаете? Разумеете то? Невозможно что-то сделать, не имея власти на то. Не можно чего-то доконать, не маюнц влады над тем. Какие еще атрибуты силы есть у полицейского? Какие еще атрибуты этой моци са у полицая? Ма полициант. Какие? Какие еще? Мундир. Так? Ма мундур. Увидел мундир, уже страшно. Że kiedy zobaczył ten mundur, ktoś to już się trzęsie, już się boi. Уже понимаю, обычно пьяка иди, так мундир zobaczył i w drugą stronę. Na przykład ktoś jedzie
wypił coś i zobaczy mundur, no to już chce odjechać w drugą stronę. Bo już jest straszne, bo to bo już się boi, siła. Bo już tam jest władza. Co jeszcze u niego jest? Tut. Co tu je, co on jeszcze ma? Pistolet. Pistolet, tak? To siła. To już jest moc. On może pользоваć się pistoletem i mu niczego nie będzie. On może używać tego pistoleta i nic ze względu na to nikt mu nie może powiedzieć. A jeśli ja weźmę ten же pistolet i popróbuję что-то сделать, что мне будет? A jeśli ja bym na przykład wziął ten pistolet i spróbował go użyć, co się wtedy stanie? Problem będzie, tak? Będzie problem. Więzienie. Więzienie. Tak? Tak. Wy coś ty rozumiecie? Rozumiecie to? Jemu można, mnie nie. On może, ale ja nie mogę. Потому что у него есть власть, у меня нету власти. Ponieważ on ma władzę, ale ja nie mam tej władzy. Иисус тебе и мне дал власть. Pan Jezus tobie i mnie dał władzę. Но какую власть? Ale jaką władzę? Что написано в Писании? Co tutaj w Piśmie napisane? Даю вам власть наступать. Daję wam moc, abyście deptali. Nie топтали. Атаковали, абыще атаковали. Амен. То разница есть топтать и атаковать. Есть то разница дептать, а атаковать. Разумеете? Разумеете то? То есть Иисус говорит, вы имеете власть идти вперед на всю силу вражью. Он говорит, что вы имеете власть, абыще шли напшут противко всякой моци неприятеля. Вы знаете, какая проблема у христиан сегодня? Wiecie, jako chrześcijanie dzisiaj mają problem? Они только защищаются. Они только так się obraniają. Понимаете? Проблема пришла, и мы защищаемся. Проблем нацеть, а мы пробуем так то повстрzymać tylko. Для многих дьявол и бесы – это проблема, а не мы проблема для дьявола и бесов. Для wielu demony i diabły są problemem, a nie my jesteśmy problemem dla diabła i demonów. Понимаете? Rozumiecie? A Jezus сказал. A Jezus powiedział. Ja wam daję власть. Ja daję wam moc, władzę. Чтобы вы стали проблемой для дьявола и бесов. Żebyście wy stali się problemem dla diabła i demonów. Как? Как? W jaki sposób? Idźcie вперед. Idźcie naprzód. Но Иисус не дал нам быть с голыми руками идти вперед. Ale Pan Jezus nie daje nam takiego nakazu, żebyśmy z gołymi rękami szli naprzód. Но он нам дает духовное оружие. Ale daje nam broń duchową. В Откровении то, что мы читали, Откровение 12 глава, 11 стих. В 11 rozdział Objawienia Jana, to co przeczytaliśmy. Там написано: они победили его. Jest tam napisane, że oni go zwyciężyli. Amen. Amen. То есть Писание говорит, что мы, христиане, уже победили дьявола. To słowo Boże mówi tutaj, że my, chrześcijanie, już zwyciężyliśmy diabła. То есть в духовном мире уже есть победа. Więc w duchowym świecie już jest zwycięstwo. Но ale my должны что-то применять в нашей физической жизни. Ale powinniśmy czegoś dokonywać zmian w tym fizycznym wymiarze. Первое это кровь Иисуса Христа. Po pierwsze, to jest krew Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. У меня к вам вопрос. Mam dla was pytanie. Я практик. Jestem taki praktyczny. A nie teoretyk. Nie teoretyczny. I ja chciałbym od was usłyszeć, jak praktycznie można przymieniać krew Jezusa. Chciałbym tak usłyszeć od was, w jaki sposób praktycznie można tą krew Pana Jezusa używać. Вот представьте, я неверующий человек. Wyobraźcie sobie, że jestem człowiekiem niewierzącym. И вы, как христиане, должны мне объяснить, если я уверую, как я смогу применять кровь Иисуса? Вы, jako wierzący, а я, jako niewierzący, chciałbym od was usłyszeć, w jaki sposób mogę tą używać później do zwycięstwa tej krwi. Мне надо, наверное, налить стакан крови и как-то побрызгать ей, да? Więc trzeba pewnie taką filiżankę tej krwi nalać i tak gdzieś pokropić, tak? Tak, nie? Czy nie? 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 A co? Zrobić kaszankę taką, zjeść i
Czy może zrobić kaszankę i zjeść? Tak? Tak, w taki sposób? Nie. A jak? No więc w jaki sposób? Jak ja должен применять кровь? W jaki sposób mogę używać tej krwi, przyjąć ją? Кто-нибудь знает, как практически кровь применять? W jaki sposób, czy znamy w jaki sposób praktyczny używać tej, przyjmować tą krew? Każdy один раз в месяц мы у нас вечеря пańska. Każdego miesiąca mamy u nas wieczerzę pańską. U was tak? Czy u was też? Tak samo. Też. I co wy tam robicie? I co w tym czasie czynicie? Co? Spożywamy wieczerzę pańską. Aha, tak. Jest, jak to? Kielich. Czasza z krwiej, z winem, przepraszam. Jest kielich z winem. Tak? Tak. Potem chleb. I chleb. I co my robimy? I co my robimy? Ломаем, едим, так? Пьем. И все? И то всё? То мы собрались поесть. Если так, то собрались мы себе только что-то съесть. Но что мы делаем там? Но что там вообще делаем? Что чиним? И апостол Павел дуже пишет. И апостол Павел там о том описывает. И он даже пишет, что если вы неправильно это делаете, то вы немощны, больны, немало умирает. И mówi в ten sposób, że jeżeli wy w niewłaściwy sposób to czynicie, to wielu jest słabych, chorych, a niewielu zasnęło. Так? Czy tak? Co my robimy? Więc co my robimy? Он говорит самое главное. Он там bardzo ważne rzeczy mówi. Мы должны размышлять над телом и кровью. Powinniśmy rozmyślać nad ciałem i krwią. Вы никогда не задумывались, а как размышлять? Что значит размышлять? И czy nie próbowaliście myśleć o tym, w jaki sposób mam myśleć? Co z tym mam zrobić? Я понимаю, что то, что я сейчас делаю, это очень тяжело. Я заставляю вас думать. Ja rozumiem, że to, co mówię teraz, jest troszkę ciężkie i tak was wyzywam, abyście myśleli. Потому что обычно просто слушают, зачем думать? Więc jest to tak bardzo przyjemnie i łatwo usłyszeć, więc po co nad tym myśleć? No wy извините, я неправильный пастор. Ale wy przebaczcie mi, ja nie jestem taki poprawny pastor. Потому что я всегда заставляю людей думать, когда проповедую. Ponieważ zawsze zostawiam ludzi, aby myśleli, kiedy głoszę. Потому что я хочу, чтобы вы вышли отсюда не с пустыми головами, а чтобы что-то у вас осталось. И хотел бы, чтобы вы не вышли с пустой головой, а чтобы что-то там осталось. И от того, что я буду говорить, чтобы вы могли что-то взять и применить в жизни. И хотел бы, чтобы из того, что буду говорить, могли что-то принять и застосовать в жизни. Я много раз участвовал в хлебопреломлении и всегда думал. Wiele razy uczestniczyłem w łamaniu chleba i zawsze myślałem. Kiedy mówią, że надо rozmyślać nad кровью, to jak? Kiedy tam jest napisane, że trzeba rozmyślać o krwi, więc jak? To jest wziąć czaszę, посмотреть туда i думать, интересно, сейчас это вино или кровь? Więc trzeba wziąć ten kielich, popatrzeć, o, to jest wino czy to jest krew? Ну как размышлять? В який спосіб розмислять? Ведь если я неправильно буду размышлять, со мной будет проблема. Ведь если в невластивый способ буду мыслял, то буду имел проблемы. А размышлять надо именно тогда, когда ты чашу взял, или все время размышлять надо об этом? И чи о тим можна розмислять тільки втеди, коли приймаємо цей келих, чи теж цілий час, в тягловий спосіб? Вопросов больше, чем ответов. Jest wiele więcej pytań niż odpowiedzi. No, когда все в напряжении, тогда уже можно рассказывать, что есть на самом деле. Ale kiedy wszyscy są w napięciu, możemy dalej kontynuować. И вот когда Писание говорит, что мы победили дьявола кровью Агнца, i kiedy słowo mówi, że my zwyciężyliśmy diabła krwią baranka, то сейчас будьте внимательны. То будьте уважны. Сила крови в том, когда ты знаешь, что кровь сделала для нас. Moc tej krwi leży w tym, kiedy ty wiesz, czego ona dokonała dla nas, dla ciebie, dla mnie. Аминь. Amen. Подумайте. Помыслите.
Кто-нибудь может хотя бы одно сказать, что сделала кровь для нас? Czy ktoś może powiedzieć choćby jedną rzecz, czego dokonała krew dla nas? Очистила от греха. Очистила от грехов. Давайте возьмем вот это. Очистила от греха. Очистила от греху. Что это значит? Что это значит? Означа. На мне был грех. Был в греху. То есть я был брудный от греха. Был брудный от греху. Так? Так. И кровь, как она выстирала меня, сделала белым. Але кровь мне очистила, обмыла мне, учинила мне белым, чистым. Аминь. Аминь. И когда приходит ко мне враг, и kiedy wróg do mnie przychodzi, и говорит, что я грешник, и mówi do mnie, że jestem grzesznikiem, и что я должен умереть, и że w związku z tym muszę umrzeć, а я знаю, что сделала кровь, ale ja wiem, czego dokonała krew, то он не может мне ничего сделать, то он не może nic uczynić w stosunku do mnie. Понимаете? Rozumiecie? Много людей ходят под виной греха, хотя их освободил Иисус. Wielu chodzi pod ciężarem grzechu, pod poczuciem winy, chociaż Chrystus ich dawno oswobodził. Все их молитвы только такие: Боже, прости, Боже, прости, Боже, прости. Cała ich modlitwa to: Боже, przebacz, Боже, przebacz, Боже, przebacz. И дьявол через это их убивает. И в ten sposób diabeł próbuje ich jakby niszczyć. Из-за этого они болеют. И с того взгляду приходят хоробы. Потому что они не знают, что Иисус их освободил от этого. Ponieważ oni nie wiedzą o tym, nie przyjmują tego, że Pan Jezus ich od tego uwolnił. Вы что-то понимаете? Czy rozumiecie? Наша победа, когда мы знаем, что мы очищены от греха. Сатана не может ничего сделать. Наше зверство полега на тем, kiedy że знамы że Pan Jezus, Jego krew nas oczyściła i szatan nie może nas zwyciężyć. Amen. Amen. Это только одно, что сделала кровь. To jest tylko jedno, czego dokonała krew. A что еще кровь сделала? A co jeszcze krew uczyniła? Pojednała nas z Ojcem. Amen. Через кровь Иисуса Христа мы теперь имеем свободный вход к Отцу, и Он может нас обнимать. Przez krew Pana Jezusa Chrystusa mamy swobodny dostęp do Ojca i On nas może objąć. Amen. Amen. I już Satana nie może przyjść i сказать мне: "Тебя папа не любит". I już szatan nie może do mnie przyjść i do ciebie przyjść i powiedzieć: "No, tata już cię nie lubi, ojciec cię już nie miłuje cię". Потому что ты грешник, а он грешников отрицает. Dlatego że ty grzesznik, a on odrzuca grzeszników. A ty mu mówisz: "Нет". A ty możesz mu odpowiedzieć: nie. Bo krew Jezusa zrobiła mnie bliskim z Ojcem. Ponieważ krew Pana Jezusa uczyniła mnie bliskim Ojcu. Amen. Amen. Победа jest? Jest zwycięstwo? Amen. Amen. Co jeszcze zrobiła krew? Czego jeszcze dokonała krew? Oswobodziła od przeklęcia. Uwolniła od przekleństwa. Amen. Amen. И когда кто-то приходит и говорит: "А, на тебе проклятие". И ktoś, jeżeli ktoś przychodzi i mówi: "O, ty jesteś pod przekleństwem". Я это не принимаю. Я tego nie przyjmuję. Почему? Dlaczego? Потому что кровь его омыла меня. Dlatego, że jego krew mnie obmyła. И освободила. И uwolniła. Понимаете? Rozumiecie? Дьявол обманщик. Diabeł jest oszustem. I to samej silnej jego oruży obmanować. I to jest jego najsilniejsza broń, okłamywać. Wy знаете, многие люди приняли ложь сатаны, из-за этого они не свободны. Wiecie, wielu ludzi przyjęło kłamstwo szatana i dlatego nie mogą być wolni. Кто из вас знает пророка Илью? Czy kto z nas z was zna proroka Илия? Eliasza? Кто знает? Лично знаете или читали? Особище знаете, чи читали? Читали, аллилуйя. Читали, так. Ну, может, кто-то лично знает, я может, же не знаю. Может, кто-то особище знает, но, але... Потому что многие знают лично Петра. Он к ним приходит каждую ночь. Бо велю особище зна Петра, он до них со ночь приходит. И откровение им дает. И от объявление им дает. Ну, может, кто-то лично знает. Можливо, же кто-то особище знает. Вы помните, это был сильный пророк. Помните, что это был очень мощный пророк. Я не знаю почему, но очень сильно он не любил пятидесятников.
Ja nie wiem, że chociaż on był taki mocny, ale nie lubił zielonoświątkowców. No nie знаю, почему так написано в Писании. Tak nie wiem, ale tak jest napisane. Napisano, przyszedł pięćdziesiątnik ze swoim pięćdziesiątkiem. Bo jest napisane, że przyszedł ten pięćdziesiątnik ze swoją pięćdziesiątką. I on ogień z nieba na nich. I on ogień z nieba na nich ściąga. Я думаю, что эти пятидесятники не были крещены Духом Святым. Я думаю, что там эти пятидесятники не были крещены Духом Святым. А Илья не любил тех, кто не крещен Духом Святым. А Илья же не любил тех, кто же не были окрещены Духом Святым. И поэтому огнем палил их постоянно. И więc огнем их там частовал. Ну, это такой жарт. То есть трошечка такой жарт. Илья никого не боялся. Але Илья же никого еще не бал. Почему? Dlaczego? Он имел откровение от Бога, слышал голос Божий. Ponieważ miał objawienie Boga i słyszał Boży głos. Но я хотел бы сейчас ваше внимание обратить тогда, когда он убил множество пророков Ваала. Chciałbym zwrócić waszą uwagę w to miejsce, kiedy on zabił całe mnóstwo proroków Baala. Помните, сколько было пророков? Przypominacie sobie, ile było tych proroków? 400, больше 400. Więcej niż 400, 450. Сколько здесь людей в зале? Ile tutaj jest ludzi? Есть 400? Czy jest 400? Нет. Nie. Но посмотрите, все равно много, правда? No, ale... Я вас не буду делать так с вами, как Илья. Nie będę tak czynił z wami, jak Eliasz. Я просто хочу, чтобы вы представили, что такое 400 человек. Chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, ile to jest 400 ludzi. Это много, правда? To jest dużo. Ну, чуть меньше, чем 500, но больше, чем 300. Jest to więcej, mniej niż 500, a więcej niż 300. Понятно, да? Rozumiecie. Вот стоят эти люди. Więc stoją ci ludzie. Их много. Их jest wiele. И после того, когда сила Божия сошла на Илью. И потом, kiedy ta moc Boża zeszła na Eliasza. Он берет ножик. Bierze ten miecz, czy nóż. И подходит к каждому пророку. И подходит до каждого пророка. И так чик по горлу. И так по просту. 400 человек. 400 osób. Послушайте, это сколько времени надо, чтобы 400 человек убить? Ile trzeba czasu, żeby 400 ludzi zniszczyć, zabić? Ну, это ж много времени, правда? To это ж не минута, не два. Это... To nie minuta, nie dwie. Они ж там дергаются, надо ж добить их. Oni się jeszcze trzęsą, trzeba ich jeszcze dobić. Он победил, уничтожил больше 400 человек. Он уничтожил więcej niż 400 ludzi. Не боялся. И не бал się. Аминь. Аминь. Но что происходит на следующий день? Ale co się dzieje następnego dnia? Будьте очень внимательны. Bądźcie uważni. Приходит слуга от нечестивой царицы Изавели. Przychodzi sługa od nieczystej królowej Izabel. И говорит. I mówi. То, что ты сделал с ее пророками, то она сделает с тобой. То, czego dokonałeś z jej prorokami, ona z tobą uczyni, dokona. Скажите, пожалуйста. Powiedzcie proszę. Это слово было от Бога и было ли это волей Божией? Czy te słowa były od Boga i były wolą Bożą? Нет. Nie. Но что произошло с Ильей? Ale co się wydarzyło z Eliaszem? Илья, который всегда слушал слово от Бога. Eliasz, który zawsze słyszał słowo od Boga. Im побеждал. И ним zwyciężał. Принимает слово, которое ничего общего с Богом не имеет. Przyjmuje słowo, które nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bądźcie сейчас очень внимательны. Bądźcie jeszcze uważni. Как только он принял слово лжи, kiedy tylko przyjął to słowo kłamstwa, что с ним сделалось? Co się stało z nim? Strach. Страх пришел. Przyszedł strach. И не просто страх. I nie tylko taki zwyczajny strach. Депрессия. Wielka depresja. У Божьего пророка. Zdarzyło się to Bożemu prorokowi, który nikogo nie боялся, który nie bał się nikogo, ogień z nieba swadził, ściągał ogień z nieba, który wczoraj перерезал больше 400 proroków Baala, który jakby zabił. Zabił więcej niż 400 proroków Baala. Приходит слуга. Przychodzi sługa. Говорит слово. Mówi słowo. Он принимает это слово. On go przyjmuje. И вдруг вместо смелого Ильи становится Илья, который трясется. И нагле в месте потężnego пророка zmienia się w człowieka, który się trzęsie. Вы что-то понимаете? Rozumiecie to? Слово лжи, слово от дьявола, оно меняет человека. Słowo kłamstwa, słowo od diabła
przemienia, zmienia człowieka. Депрессия к верующему человеку не приходит просто так. Депрессия до верующего человека не приходит от так по просто. Сейчас это пророческое слово кому-то. То есть пророческое слово для кого-то. Причина вашей депрессии. Причина вашей депрессии. Это ложь, которую вы приняли. Это дьявольская ложь. Есть то кламство дьявольское, которое приняли. И не важно, от кого оно исходило. Не важно, с какого керунка оно пришло. Даже если это вам сказал верующий человек. Навод, если вам поведял то верующий человек. Может, это сказал вам человек, которого вы считали пророком. Может, навод поведял то кто-то, кого уважаете за пророка. Если после этого слова к вам пришла депрессия, это не от Бога. Если по тем слове дошвячилище депрессии, то не пришло то от Бога. Вы еще здесь? Еще jesteście tutaj? Что-то понимаете? Rozumiecie? Дальше Илья в этом страхе убегает и прячется. А więcej Eliasz w tym strachu ucieka i chowa się. A теперь jeszcze внимательniej будьте. A jeszcze bardziej uważni bądźcie. Потому что кое-что вы найдете в себе сейчас. Ponieważ coś takiego możecie znaleźć w sobie teraz. Когда Илья лег под куст, что он просил у Бога? Kiedy Eliasz położył się pod krzakiem, czego on prosił od Boga? Żądał od Boga. Zabij mnie. Panie, już mnie zabierz. Понимаете? Теперь вспомните. Припомните себе. Как часто вы просили у Бога забери меня? Как часто просили вы Бога, Пане, забери меня уж? Вы здесь? Jesteście tutaj? Запомните, никогда это не было вдохновлено Богом. Запоминайте, никогда это не было przekazane przez inspirację Bożą. Это делал Дух обмана. Есть то дело духа ошуства, духа кламства. Вы приняли слово обмана. Przyjęliście слово кламств, кламливое. И потому у вас внутри возникло это желание: ничего не хочу, меня обижают, все хотят, никто меня не любит, забери меня. И dlatego в твоем внутри могло właśnie coś takiego powstać: nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, to wszystko jest przeciwko mnie, Panie, zabierz mnie. Я не хочу долго говорить, потому что можно еще много разбирать то, что произошло с Ильей. Не хочу слишком много говорить, потому что много можно на этот тему, что с Ильяшем все дело, поведеть. Бог посылает своего ангела. Але Бог посылает своего ангела. И заметьте, Бог не разговаривает в это время с Ильей. И зауважьте, Пан не розмовляет в этом часе с Ильяшем. Почему? Почему? Потому что из-за духа лжи, из-за обмана, который Илья принял, он не способен слышать Бога. Dlatego, że z powodu tego ducha kłamstwa i oszustwa, którego Eliasz przyjął, on nie jest zdolny słyszeć Boga. Но Бог посылает ангела, чтобы тот его успокоил. Ale Bóg posyła anioła, żeby on przyszedł i go uspokoił. Вы знаете, как интересно. Wiecie, jest to bardzo interesujące. Kiedy очень часто у нас вот такое состояние. Kiedy mamy u nas właśnie mamy taki stan takiego boju, takiego lęku. Бог очень часто к нам посылает своих ангелов. Bardzo często Bóg posyła do nas swoich aniołów. Tylko oni nie z krzyłami. Ale oni nie ze skrzydłami przychodzą. Он посылает брата или сестру. Он посылает брата albo siostrę. Может быть пастора. Może nawet pastora. Со своим словом. Ze swoim słowem. И Бог говорит: "Jesz i śpi". I Bóg mówi: "Jedz i odpoczywaj". Potem znowu: "Jesz i śpi". I na nowo: "Jedz i odpoczywaj". Вы здесь? Jesteście tutaj? Потому что Бог хочет, чтобы мы пришли в покой. Dlatego, że Bóg chce, abyśmy weszli w to miejsce pokoju. Amen. Amen. Дальше что происходит? I następna rzecz, która się dzieje. Илья идёт. Eliasz idzie. И хочет встретиться с Богом. I chce spotkać się z Bogiem. Но начинается проверка. Ale zaczyna się taka próba. Мощный ветер. Bardzo silny wiatr. Илья говорит: "Это ты, Бог?" I Eliasz może mówić: "O, może to Bóg". A Bóg mówi: "Nie". A mówi: "Nie, to nie ja". Землетрясение. Znowu trzęsienie ziemi. Илья говорит: "Это ты, Бог, пришёл?" I mówi: "To ty, Boże, przyszedłeś". Nie, nie. Nie. Молнии, громы. I jakaś chmury, gromy biją.
Илья говорит: вот это точно ты, Бог. О, то хиба ты, Боже. Нет. Не. И он стоит: ну а где же ты? Ну и где ты jesteś? Вы знаете, такой легкий ветерок его обдувает. Але потом такой тихий ветерок го овьева. И Бог говорит: вот это я. И тогда Бог говорит: то я jestem. Илья перестал понимать, где есть Бог. Eliasz przestał rozumieć, gdzie Bóg jest. Из-за того, что принял ложь. Ze względu na to, że przyjął kłamstwo. Вы понимаете, как опасно принимать ложь? Czy rozumiecie, jak niebezpieczne jest przyjmować kłamstwo? Мы можем потерять из-за этого служение. Możemy z tego względu służbę stracić. Stracić relację z Bogiem. Stracić tą relację z Panem. И когда Бог пришел к Илье, и когда Бог пришел до Ильяша, первый вопрос, который он задает, первое питание, которое он задает, Илья, почему ты здесь? Ильяшу, dlaczego tutaj jesteś? Что ты здесь делаешь? Co tu robisz? Бог ищет моей души, чтобы убить, там все против меня. А он говорит: Боже, szukają moją duszę, żeby mnie zabić, wszyscy tam są przeciwko mnie. А Бог что делает? А co Бог mówi? Он говорит: у меня там есть люди, там есть люди, там есть люди. А Бог говорит: вieš, я мам еще там люди и там люди. Почему ты говоришь, что всех убили? Dlaczego ты mówisz, że wszystkich już zabili? Послушайте, когда человек принимает слова лжи, słuchajcie, jeśli człowiek przyjmuje słowa kłamstwa, он кроме себя не видит никого больше. Он oprócz siebie nikogo więcej nie widzi. Все внимание его сконцентрировано на нем самом. Cała uwaga jest skoncentrowana na nim samym. И служить он уже не может другим. И не może drugim usługiwać. Потому что он не видит проблем и бед других. Ponieważ nie widzi problemów i potrzeb innych. Rozumiecie? Rozumiecie? I Bóg mówi: Илья. И Бог mówi: Eliaszu, иди помажь царя там. Idź namaść na króla tam. Царя там. На króla в tamtym miejscu. И вместо себя помажь Елисея в пророке. И замест свое место намазь Елизеуша на пророка. Как вы думаете? Jak что myślicie? Было у Илии тут? Co tam we wnętrzu Eliasza się działo? Бог просто сказал: Илья, твое служение закончилось. W ten sposób Bóg powiedział: Eliaszu, twoja służba się skończyła. Потому что ты уже не можешь слышать меня. Dlatego, że ty już mnie nie możesz słyszeć. Поэтому вместо тебя пророком будет другой. Dlatego w twoje miejsce inny będzie prorokiem. Я ничуть не умаляю служение Ильи. В ничем не уменьшам службы Ильяша. Но я хочу, чтобы мы чему-то научились. Ale chciałbym, abyśmy czegoś się nauczyli. Когда мы знаем, что сделала для нас кровь Иисуса, kiedy wiemy, rozumiemy, co uczyniła dla nas krew Jezusa, то в этом есть огромная сила, это оружие. То в этом тkwi огромна moc, то есть бронь. Но для того, чтобы знать, нам надо рассуждать. Ale żeby o tym, żeby to wiedzieć, to musimy to rozsądzać. Это то, что мы делаем подчас вечерзи Пайской. То есть то, что учиним подчас вечерзи Пайской. Мы рассуждаем над тем, что сделала для нас кровь. Мы, что есть кровь? Мы размышляем и мамы dokładne rozeznanie o tym, co uczyniła dla nas krew Pana Jezusa. Amen. Amen. No jeśli my nie rozmyślajmy, ale jeśli nie myślimy o tym, to k nam może podejść boleść. To wtedy może do nas podejść choroba. I my przyjmiemy ją. I my ją przyjmiemy. Потому что мы не знаем, что кровь сделала. Dlatego, że nie wiemy, czego krew dla nas dokonała. Amen. Amen. Przyjdzie niemość. Przychodzą jakieś niemoce, słabości. А немощь – это есть слабость, когда мы не способны что-то делать. А немощь, чи слабость – то есть такой стан, когда не jesteśmy в stanie czegokolwiek dokonać. И через обман дьявола мы можем умереть. И poprzez kłamstwo szatana możemy nawet umrzeć. Когда не знаем, что кровь для нас сделала. Jeżeli nie wiemy, nie rozróżniamy tego, co krew dla nas dokonała. Amen. Amen. Вы видите, как важно рассуждать над кровью? Widzicie więc, jak ważną rzeczą jest, abyśmy rozmyślali nad tym, co i rozróżniali to, czego dokonała krew dla nas. Amen. Amen. Ja чуть-чуть tylko o chlebie скажу, żeby nie zaciągać. Ja tylko troszeczkę o chlebie powiem, żeby nie. Co znaczy rozsądzać nad chlebem? Co znaczy rozmyślać czy rozsądzać chleb? Chleb to symbol ciała. Chleb jest symbolem ciała. My jedyny w ciele.
My jesteśmy w ciele. Вы знаете, невозможно рассуждать о теле, если у нас нет друг с другом и с Богом реляции. Не можем рассуждать о теле, если не мамы реляции между собой и с Богом. Аминь. Аминь. Если мы друг на друга обижаемся, у нас проблемы друг с другом, какие реляции могут быть? Если ображаемся взаимно на себе, то какие реляции можем иметь между собой? А как же рассуждать тогда? А вtedy в какой способ то рассуждать? Писание говорит. Письмо мови. Если ты приносишь дар к жертвеннику. Если ты приносишь дар на офиаре. И ты вспомнил, что у тебя проблемы с братом или сестрой. И припомнялось себе, что маешь проблем с братом или сестрой. Иди примирись. Idź i pojednaj się. Потому что если нету примирения. Ponieważ jeśli tu nie ma w tym miejscu nie będzie pojednania. У тебя есть горечь и обида? Маш, попросту горечь в своем сердце? И это тебя убивает? И то тебя будет забивать. И поэтому больны? И за взгляду на то хоры? Через горечь? Через эту горшкость, горечь? Немощны, нет силы? Нема силы. И умирает? И такой человек умира. Вы здесь? Jesteście tutaj? Вы видите, как важно размышлять? Widzicie, jak ważne jest rozmyślać nad tym? Amen. Amen. No, двигаемся дальше. Ale idziemy dalej. Второе, чем мы еще победили? Czym jeszcze zwyciężyliśmy? Słowo świadectwa swojego. Słowem swojego świadectwa. Сегодня брат вышел. Dzisiaj brat tutaj wyszedł. И такой урон дьяволу нанес своим свидетельством. И так ударение дьяволу учинил этим своим свидетельством. Аминь. Аминь. Но есть два вида свидетельства. Але сон две стороны свидетельства. Первое это то, что мы видели здесь. Первое то, что видели мы тут. Это когда верующие люди выходят и рассказывают для церкви, для верующих о своих победах и отношениях с Богом. I to ta jedna strona to jest, kiedy wierzący wychodzi i mówi o swoich zwycięstwach i relacji z Bogiem. Потому что это поднимает веру других. I to podnosi wiarę innych. Аминь. Amen. Это. Этим мы побеждаем тоже дьявола. I w ten sposób zwyciężamy diabła. Кто-то пришел в собрание, может быть, у него проблемы. Ktoś przyszedł do zgromadzenia i może mieć jakiś problem. Może być on duchowo upał. Może w duchowy sposób jakoś upadł. I kiedy on słyszy świadectwo, ale kiedy słyszy świadectwo, ono jego podnosi. To jego to podnosi. I etym pobieżdajca wrak. I w ten sposób jest wróg przezwyciężany. Потому что он не добился своего. Dlatego, że nie osiągnął swojego. Amen. Amen. И второй вид свидетельства. И другая сторона этого свидетельства. Это когда мы свидетельствуем неверующим о том, что для них есть шанс. И то есть то, когда мы свидетельствуем неверующим, что для них również есть шанса. Вы знаете, Бог нас не просто так сюда прислал. Видите, Бог не послал нас тут так попросту. Потому что когда пастор рассказывал, что у вас будет дальше. Dlatego, kiedy pastor mówił, że będą następne rzeczy tutaj, i kiedy pokazał pusty listek, i kiedy pokazał tą pustą kartkę, dla mnie to było świadectwo od Boga. Dla mnie było to świadectwem od Boga, żeby mówić to słowo, żeby mówić o tym słowie. I teraz idzie duchowna podgotowka. I w ten sposób jest jakby takie duchowe budowanie duchowego przygotowania, k temu, co u was będzie. Целую неделю. До того, что будет у вас тут и через целый тиждень. Аминь. Амен. Вы будете говорить неверующим о том, что для них есть шанс примириться с Господом. Будете говорить неверующим, что имеют шанс поединиться с Богом. Аминь. Амен. Я хочу вам рассказать свое свидетельство. Хотел бы вам поведеть, również мое свидетельство. Просто это очень важно, говорить свое свидетельство. Есть то очень важно, говорить о свое, выповедовать свое свидетельство. Не чужое. Не чуждое. А свое. Але свое. Мы служим курдам. Служим курдам. Мы собираем небольшие деньги и пересылаем для курдов. Собираем такие, ну, певные квоты и пересылаем там до курдов. И они за эти деньги ездят на миссию в Турцию, в Сирию. И они за те деньги ездят до Турции и до Сирии.
И вы знаете, для нас это благословение. Я не могу туда поехать, а они могут. Dla mnie, dla nas to jest błogosławione, dlatego że ja tam nie mogę pojechać, ale oni mogą. I tą robotę, którą robią oni, to robię ja, dawaję swoje pieniądze. Tą pracę, którą oni wykonują, to ja również czynię poprzez dawanie swoich pieniędzy. I kiedy ja ostatni raz spotkał się z pastorem kurdzkim? Kiedy ostatni raz spotykałem się z tym kurdyjskim pastorem, on mi rozkazał świadectwo, jak pracują nasze finanse. I przekazał mi świadectwo, w jaki sposób pracują te nasze finanse. Oni byli na granicy Syrii w lagerze bieżąców. Byli na granicy Syrii w tym obozie uchodźców. I służyli Kurdom, którzy z Syrii ubieżali. I usługiwali Kurdom, którzy uciekali z Syrii. Kurdy w основном musulmani, no jest jeszcze kurdy jazyczniki, kurdy jezidy. Kurdowie są muzułmanami, ale również są, jest taki odłam jazydzi. To jest troszeczkę pomieszane islam, pogańskie takie wierzenie. Oni pokłaniają się satanie. Kłaniają się szatanowi. Oni go nazywają Lucyfer. Nazywają go Lucyfer. I pokłaniając się mu, oni jakby zadobrzają jego. Oni po prostu chcą go udobruchać. Żeby on im plocha nie zdjął. Żeby się z nimi źle nie obchodził. No, wy понимаете, это язычество, это не угодно Богу. To jest po prostu pogaństwo. Я не помню точное количество, где-то около 70 человек было, это целая деревня. Nie wiem dokładnej liczby, ale gdzieś około 70 osób to była cała wioska. Они помогали им строить наметы, помогали быт обустраивать. Помогали им те наметы поставить. Ну и через это рассказывали об Иисусе. И в тот способ również mieli możliwość opowiadać o Jezusie. Пастор говорит, что был один парень такой молодой, лет 16, который им помогал очень много. И пастор opowiadał, że był tam taki chłopak gdzieś około 16 lat, który im pomagał. И они даже усыновить его хотели, у него не было родителей. И они nawet go chcieli usynowić, adoptować, bo był bez sierotą. И вот уже их время закончилось, они уехали к себе, пастор уехал с людьми к себе домой. И там ten czas dla nich się zakończył i oni odjechali do siebie do domu. И потом он узнал, что через какое-то время освободили деревню от бандитов, и люди все вернулись туда. I wtedy po jakimś czasie usłyszeli, że ta wioska jest wolna od tych bandytów i wtedy wrócili z powrotem. Прошло небольшое время, и эти бандиты снова вернулись и захватили эту деревню. И прошёл невелики час, и снова ці бандити вернулись и знову поконали чи зайняли ту вёску. Всех людей, которые там были, они отрезали им головы. Всіх людей, хто ж там були, обчили їм голови. І вони все це засняли і виставили в інтернет. І вони то всього сфотографували і виставили до інтернету. І коли пастор в інтернеті увидел вот эту фотографію, увидел голову этого мальчика. І коли той пастор побачив ту фотографію в інтернеті, побачив голову того хлопака. Він говорить: "Я упав на коліна і почав плакати". Powiedział: "Upadł na kolana i zaczął płakać". И говорить: "Господи, зачем моё служение тогда?" И powiedziałem: "Panie, po co ta moja służba?" И в это время Бог к нему обратился. И в том часе Бог звернув się до него и сказал. И powiedział: "Каждый из них услышал обо мне". Каждый из них услышал о мне. А дальше это не твоё дело. А inna dalsza rzecz to nie twoja sprawa. Потому что в Библии написано. Dlatego że w Biblii napisano: "Вы будете мне свидетелями". Bo w Biblii napisano, że wy będziecie mi świadkami. Nie pastorami, nie ewangelistami, no świadkami. Nie pastorami, nie ewangelistami, ale świadkami. Rozumiecie? Rozumiecie? Nie bogosłowami. Nie tymi, którzy błogosławią. Bogosłowy, dogmaty. Że tymi, którzy będą jakieś nauki głosić. Tak. No świadkami. Ale świadectwo. Świadkami czego? Świadkami czego? Ваших отношений с Господом. Relacji z Panem. Amen. Amen. Для этого не надо быть очень умным. В tej sprawie nie trzeba być jakimś wielce wykształconym czy rozumnym. Я маленькое ещё свидетельство. Jeszcze małe krótkie świadectwo powiem. Мне приходится молодёжи очень много служить. Mam możliwość służyć młodzieży.
I знаете, ja mogę słowem służyć, proroczествовать, modlitwę za nich. Mogę słowem usługiwać, prorokować, modlić się o nich. No однажды Бог мне сказал другое сделать. Ale kiedyś Pan mi powiedział, żeby coś innego uczynić. Ja był w одной церкви, gdzie много молодежи. Byłem w jednym zborze, gdzie było mnogo wiele młodzieży. I после проповеди, когда я молился, i po kazaniu, kiedy modliłem się, Бог просто мне сказал сойти вниз и начать их обнимать. Pan mi powiedział, zejdź po prostu na dół i zacznij ich obejmować. Вы знаете, это тяжело. Wiecie, to jest dosyć ciężka rzecz. Może dla kogoś to lekko, dla mnie to ciężko. Wiecie, może dla kogoś będzie to łatwe, ale dla mnie to było ciężkie. Zejść wniz i zacząć braciów obnimać. Zejść na dół i zacząć ich obejmować. No i jeszcze Bóg сказал, i mówi im, ja lubię ciebie. Ale jeszcze jedno Bóg powiedział, powiedz im, że ja miłuję ciebie. Wy знаете, jakie jest teraz время? Wiecie, jaki dzisiaj jest czas? И когда дядька подходит к парню и говорит: "Я люблю тебя" и обнимает, wiecie, как это выглядит? Jest czas, kiedy jakiś taki starszy podchodzi do chłopaka, obejmuje go i mówi do niego: "Ja ciebie kocham". Понимаете меня? Rozumiecie to? Я стоял, я боролся. И я так стоял и волчилем. У меня всегда, я так Богу говорю, может, я просто подойду и буду молиться за него. Я то себе так помышлял, что попросту пойду и буду себя молил о них. Это проще. То есть проще, ватфейше. Может, пророчество сказать. Может, пророчество приказать. Может, там еще что-то. Або еще что-то иного. А Бог говорит нет. Але Бог говорит не. Подойди, обними и скажи, я люблю тебя. Подойди, обними и повец, я тебе кохам. Я очень редко быстро что-то делаю. У меня такие вот колебания. Я bardzo rzadko coś szybko czynię, dlatego że często się waham. То есть мне было тяжело. Było mi ciężko. Но я сошел, и когда я обнял первого парня. И zeszedłem na dół i kiedy tego pierwszego chłopaka objąłem. И я сказал: "Я люблю тебя". Kiedy powiedziałem: "Ja ciebie kocham". Он вздрогнул. Он się tak otrząsnął. Сильно меня схватил и начал тискать так. И так мне ухватил и начал меня стискать. Плакать на взрыв. Я весь мокрый был. Он не только плакал, у него тут и слюни, и сопли. И я весь он начал так плакать, что не только узы, но и с носа летело, и был целый мокрый. Я понимал, что костюм и все. Я зрозумел, что моя маринарка уже есть. А он не отпускает. Я уже чуть не падаю, он на меня ложится и не отпускает. Але он меня не пущает, и говорит, даже все так, как бы кладет на меня. А другие стоят рядом, смотрят и тоже плачут. А другие обок стоят и смотрят и тоже плачут. А я понимаю, что мне придется дальше идти, будет то же самое. А я разумею, что повинен идти далее, и снова меня чека то само. Но я не понимаю, что происходит. Але я не разумею, что се дее. Он долго меня держал. Досить долго меня тримал. А потом сказал мне спасибо. А потом поведял дзенкуе. Меня никто никогда не обнимал. Мне никт никогда не обеймовал. Понимаете? Иногда, чтобы послужить, много не надо. Видите, чтобы услужить, невеле треба. Просто обнять и сказать, я люблю тебя. Часами попросту обнять и повидеть, я тебе кохам. Скажите, это тяжело? Чи то тяжко? Повидьте? Не. Не. Но нам проще пророчествовать, але нам проще молиться. Латвей нам есть пророковать, молиться. А так просто сказать, я люблю тебя. Але так попросту повидеть, я тебе милую. Вы знаете, что очень много мужчин, wiecie, bardzo wiele mężczyzn никогда в своей жизни не слышали, что их любит отец. Nigdy w życiu nie słyszeli, że ich ojciec miłuje. Но не только мужчин, ale но nie и женщин tylko, тоже. Не только мужчин, але również kobiety. А мы можем любовь отца передать для них. Але мы можем милость ojca przekazать им. Победили словом свидетельства. Zwyciężyli словом świadectwa. Знаете, что я сейчас сделал? Wiecie, co jeszcze się dzieje? Я говорил вам свое свидетельство. Я mówię вам своє świadectwo. Я могу вам гарантировать, что многие из вас сейчас что-то почувствовали, потому что вы испытывали то же, что я испытывал. Я myślę, że wielu z was może zaświadczyć o tym, ponieważ wy odczuliście to i doświadczyliście również tego, czego ja doświadczyłem. Ja сейчас имею от Бога, что кто-то сейчас получает освобождение от отверженности. И я часами отчимую от Бога, że ktoś otrzymuje potwierdzenie.
здесь, в собрании, кто-то освобождается от отверженности, от отжучения. Że ktoś tutaj w zgromadzeniu jest uwalniany od poczucia odrzucenia. Вы здесь? Jesteście tutaj? Pastor, посмотри, как мало людей здесь стало. Zobacz, jak mało ludzi tutaj zostało, pastorze. Taka cisza. Потому что я знаю, что это цепляет вас. Dlatego, że wiem, że was to dotyka. Это Дух Святой делает. To Duch Święty czyni. Мы молились, чтобы каждому было свое слово дано. Modliliśmy się, aby do każdego było osobiste słowo przekazane. Вы представляете, это я только на середине сейчас. Ale wyobraźcie sobie, że dopiero jestem w połowie, w środku. Итак, первое, чем мы побеждаем. Więc po pierwsze, czym my zwyciężamy. Когда мы размышляем над тем, что сделала кровь Иисуса, аминь. Kiedy rozmyślamy nad tym, czego dokonała krew Jezusa, amen. Второе. Po drugie. Это nasze świadectwo w cerkwi dla wierzących. Jest to nasze świadectwo w zborze dla wierzących. Чтобы поднять их веру. Żeby podnieść ich wiarę. И наше свидетельство для неверующих. I również nasze świadectwo dla niewierzących. Потому что мы даем им шанс. Dlatego, że dajemy im szansę. Получить прощение. Otrzymać przebaczenie. И вырвать их из лап дьявола. Wyrwać ich z łap z ręki diabła. Аминь. Аминь. А теперь самое страшное. A teraz najstraszniejsze. Там написано. Że tam jest napisane. Не возлюбили жизни своей даже до смерти. Nie umiłowali życia swojego tak, aby je obrać niż śmierć. Вот этого очень бояться. O, tego się bardzo boimy. Потому что каждый думает, ему надо физически умереть. Wiecie, no każdy wie, że musi umrzeć fizycznie. No tam nie об этом сказано. Ale tam nie o tym powiedziane. Что такое смерть? Czym jest śmierć? Слово смерть, что означает? Co oznacza słowo śmierć? Разделение. Oddzielenie. Физическая смерть это когда душа и дух отделяются от тела. Fizyczna śmierć to następuje wtedy, kiedy duch i dusza oddziela się od ciała. Amen. Amen. Все, мы говорим умер. Więc mówimy umarł. Но послушайте, люди, которые ходят в этом мире и не знают Бога, они тоже мертвые по Писанию. Ale według słowa ludzie, którzy chodzą w tym świecie, oni również są martwi według słowa. Почему? Dlaczego? Они разделены с Богом. Ponieważ są oddzieleni od Boga. Аминь. Amen. А у меня теперь еще вопрос. A mam jeszcze jedno pytanie. У вас есть знакомые или друзья, которые уехали в Англию или в Америку? Czy macie znajomych, którzy odjechali gdzieś do Anglii czy do Ameryki? Есть? Tak, у кого macie, есть? Tak, не бойтесь. Я не из КГБ. Mówi, możecie podnieść, nie jestem z KGB. Posłuchajcie, они далеко. Słuchajcie, oni są daleko. Z nimi нет общения. Nie ma z nimi relacji, kontaktu. I dla nich, i dla nas oni jakby to umierli. I dla nas oni tak jakby umarli. Понимаете? Мы разделены с ними. Jesteśmy z nimi rozdzieleni. Amen? Amen. Nie znaczy, że oni umierli fizycznie. Nie oznacza to, że oni fizycznie umarli. No wy nie możecie pójść k nim w goście. Ale nie możecie ich odwiedzić. Вы не можете с ними вот так обняться и помолиться. Не можете их обнять и помолиться с ними. Понимаете? Разделение. Есть отделение. А теперь будьте уважливы. А teraz popatrzcie uważnie. В нашей жизни есть много того, что стало нашей жизнью. В нашем жизни есть wiele tego, co стало нашим жизнью. Co stało się naszym życiem. Не понимаете? Для многих дети это их жизнь. Dla wielu na przykład dzieci to jest ich życie. Jest такая, может быть, поговорка, мы говорим, больше жизни возлюбил. Jest czasami takie przysłowie, że umiłował bardziej niż więcej ponad życie umiłował kogoś. Когда с кем-то, кому мы очень сильно привязаны, что-то происходит, мы говорим, Господи, лучше со мной пускай будет, но не с ним. Czasami, jeśli jesteśmy bardzo silno związani z kimś, to mówimy, Boże, niech to raczej na mnie przyjdzie, ale nie na niego. Понимаете, да? Rozumiecie to. Мою жизнь забери, его не забирай. Mówi, weź moje życie, ale jego życie zostaw. Вот это возлюбить больше, чем жизнь. To jest umiłować więcej ponad życie. Jest i przez to satana, on może nas kontrolować. I w ten, przez takie nastawienie diabeł może nas kontrolować. Потому что где наше сердце, там и наша жизнь.
Ponieważ tam, gdzie nasze serce, tam jest też nasze życie. Dla kogo-to życiem robota stała. Dla kogoś może życiem stała się praca. Wy здесь? Jesteście tutaj? Rozumiecie? Dla kogo-to służenie życiem stało. A dla kogoś może służba stała się życiem. Wy знаете, jest служители, которые служение возлюбили больше, чем Господа. Wiecie, są czasami tacy kaznodzieje, którzy służenie czy usługiwanie ukochali bardziej niż Pana. Вы понимаете, о чем я говорю? Rozumiecie, o czym mówimy, czy nie? И вот не возлюбить даже до смерти. Więc nie umiłować aż do śmierci. Это быть готовыми отделить от себя то, что очень дорого. To znaczy być gotowym oddzielić od siebie to, co jest tak bardzo drogocenne i cenne dla nas. Почему Писание говорит, что когда ты служишь Господу, то женаты будь как не женаты? Dlaczego Pismo mówi, jeżeli ty chcesz służyć Panu, to jeśli jesteś żonaty, to tak jakbyś nie był żonaty. Что это значит? Жену бросить? Co to oznacza? Gdzieś odrzucić żonę? Нет. Nie. Но на время, когда ты служишь. Ale w czasie, kiedy ty służysz, кроме Бога никого не должно быть в твоем разуме. Oprócz Boga nikogo więcej nie może być w twoim umyśle. Потому что тогда ты еще больше будешь любить тех, кого ты любишь. Dlatego, że w ten sposób będziesz bardziej miłować tego, kogo ty miłujesz. Когда человек очень долго строит дом, jeśli człowiek, jakiś człowiek bardzo długo buduje dom, on настолько влюбляется в этот дом, on tak bardzo się jakby zakochuje w tym domu, что если что-то с домом произойдет, человек не выдержит и может умереть. Jeśli cokolwiek się stanie z tym domem, to ten człowiek może tego nie wytrzymać i umrzeć. Вы понимаете, о чем я говорю? Rozumiecie, o czym mówię? Много сил вложено. Bardzo wiele pracy i sił włożone. Люди вкладывают свою жизнь в то, что не хлеб, и то, что не насыщает. Люди вкладывают свое жизнь в то, что не есть хлебом и не насыца. И потому Писание говорит здесь. И для того Письмо говорит тут, что ты победишь врага, что ты звичайжишь врага, если ты будешь готов отказаться от того, что тебе очень дорого. Если будешь готов отлучиться или зрезигновать с того, что для тебя так очень ценно и дорого. Помните, был такой муж веры Авраам. Припомните себе, когда был такой муж веры Авраам. Помните Авраама? Припоминайте себе Авраама. Кто читал про Авраама? Кто читал об Аврааме? Слава Богу, я просто бужу, а то немножко усну. Я знаю, что я нудный. Ну, я знаю, что я немножко нудный, но в этот способ хочу вас немного пробудить. И Бог дал Аврааму сына. Бог дал Авраамови сына. И сын стал жизнью для Авраама. Ale ten syn stał się życiem dla Abrahama. A potem Bóg przychodzi. A potem Bóg przychodzi i mówi: Abraham, Abrahamie, to, co jest dla ciebie życiem twojej. To, co stało się dla ciebie twoim życiem, twojego syna. Twój syn, oddaj mnie. Oddaj mi twojego syna. Ty здесь? Jesteście to tutaj? Rozumiecie co? I co zrobił Abraham? Co Abraham uczynił? Wy знаете, Аврааму было проще свою физическую жизнь отдать. Wiecie, Abrahamowi było łatwiej swoje fizyczne życie oddać. Потому что настолько сын стал его жизнью. Dlatego, że na tyle syn stał się jego życiem. Но что сделал Авраам? Ale co Abraham uczynił? Он отдал своего сына. Он отдал своего сына. Помните? Przypominacie sobie? Настолько сильное было решение Авраама. Tak mocne było postanowienie Abrahama. Что Богу пришлось останавливать его. Не делай этого. Że Bóg musiał powstrzymać Abrahama, mówi nie rób tego. Amen. Amen. Я заканчиваю, подвожу итог. Я закончу и подсумую. Сатана не на небе, а на земле. Szatan nie jest w niebie, ale na ziemi. И он нам противостоит. И он się нам sprzeciwia. Но у нас есть власть. Ale mamy władzę. И духовное оружие. И духовную броню. Которая работает только тогда, когда мы наступаем, идем в наступление. Але, которая działa только тогда, когда мы атакуем. Оно не дано для защиты. То не есть нам przekazane, żebyśmy tym się chwalili.
защищались. Не для защиты. И бронили только. Разумеете? Оно не работает, когда мы защищаемся. Это не только тогда, когда пробуемся как бы заховать, охранить. Но кровь Иисуса работает только тогда, когда мы идем вперед. Ale krew Pana Jezusa działa dla nas wtedy, kiedy my napieramy, idziemy naprzód. Słowo świadectwa работает для того, чтобы идти вперед. Słowo świadectwo jakby wykonuje swoją pracę, aby iść do przodu. И не возлюбить жизни своей даже до смерти работает только тогда, когда мы все оставляем и идем вперед. И не умиловать życia swojego aż do śmierci, to działa wtedy, kiedy my decydujemy się odłożyć wszystko na bok i iść naprzód.